Друзья, привет! Сегодня пятница, 19 июля, и я сделала это видео по нескольким моментам. Сразу после вот этого моего, как говорится, выступления будет массаж, небольшой, он буквально 3 минуты длится. Этот массаж, который я делаю каждое утро, пробуждающий, бодрящий, укрепляющий, но именно по работе со скальпом, с вашим, вернее, с мышцами головы и немножечко с вашим лицом. Но это буквально там секунда с лицом, и основная работа идет с вашими волосами, корнями волос тоже. Вот. Но это вы увидите через буквально минуту-полторы. Второй нюансик, который я хотела вам тоже сегодня озвучить, завтра, скорее всего, ну, завтра, да, потому что я буду готовить сегодня на ужин, и я сниму, я поставлю рецепт одного блюда, очень вкусного. И вы знаете, я его готовлю редко, потому что мы прям не едим прям вот говядину как таковую, мякоть, да? Но делала я позавчера, по-моему, стейки. Но это блюдо очень вкусное, готовится легко. Ингредиенты все простые, доступные. И я уверена, каждая из вас, хозяюшка, попробует сделать, и у вас получится супер еда. Вообще, конечно, это блюдо прекрасно в холодную погоду, но почему летом бы не сделать, тем более столько овощей, окей? Так, третий нюансик. В воскресенье, как всегда, встречаемся в прямом эфире. 10 утра мое время, и это будет 9, по-моему. О, нет, это будет 7 вечера Астаны, 5 Москвы, 5 Дубая. И тема будет обыкновенная, как говорится, как всегда, из жизни, простая, но я думаю, кое-что вспомним вместе и обсудим. Следующий нюансик я хотела просто предупредить, поскольку, конечно, я всегда говорю про массаж, гуаша, мизороллер, но, пожалуйста, очень-очень индивидуально, с учетом ваших особенности вашего организма, вашей кожи. И еще такой нюанс. Не переусердствуйте. 5-10 минут максимум уделяйте тому, чтобы пройтись роликом там, или гуаша, и не оказывайте прям сильное-сильное давление. Вот сегодня утром я делала массаж, пережала, и вот у меня прям капиллярчики лопнули, смотрите. Ну, это только здесь. А недели две назад я ставила девочкам в чат, когда я делала гуаша лоб, и прям сильно вот прям вот так вот прокатывала, и прям вот всю вот эту часть лба у меня капилляры лопнули. Ужас, это, конечно, ужас. Так, поэтому будьте аккуратны и осторожны. Ну, в принципе, все, и до встречи в воскресенье. Смотрите продолжение этого видео. До встречи. Пока-пока. А я поехала на работу. Так, друзья, раннее утро, естественно, никакого макияжа, никакого душа, еще даже зубы не чистила. Короче, я прошла сейчас 3000 шагов, теперь присела показать вам, как вот утром упражнение, о котором я постоянно рассказываю, напоминаю, как его делать. По поводу волос, как тянуть корни волос, сейчас покажу, и как просто, совершенно вот чистое лицо, и вот ваши ручки чистые, как просто утром проснуться и зарядить себя. Сначала потрем ладошки. Хорошенько, хорошенько.
Теперь просто ладошки прикладываем к глазкам. Вот так хорошенько прижимаем. Прям на счет 10. Отобрали. Теперь просто провели по лицу. Не надо ничего тянуть, гладить, потому что крема нет. По сухому лицу мы не будем. И просто немножко похлопаем. Щечки обязательно. Обратную сторону ладошки. Так, это было просто, буквально секунда по лицу, но самая наша главная суть сегодня — работа с вашим скальпом и с вашими волосами. Как я раньше уже объясняла, первым делом просто по лбу проходим со лба и до шеи. Далее берем захватом боковые свои корни, пряди волос, и прям тянем. Вот так тянем, как будто хотите прям себя вытянуть куда-то, вытащить. Тянем. И вот так немножко шевелим. Прям вы прям почувствуете, как там ваш черепочек двигается. Я имею в виду скальп ваш. Так, теперь берем центральную часть. Тоже тянем вверх и в стороны. Прям вот так. Вы знаете, это очень приятно. Все, протянули здесь. Теперь берете заднюю часть. И здесь, наоборот, тянете вот так вниз и немножко вверх. В сторону. Вниз, вверх. И начинаете снизу вот сюда вверх все поднимать. При этом вы пальцами прям проходите, прям хорошенько по вашей голове вот так проходите и делаете вот хороший массаж всей вашей волосяной части вашего черепа, вашего скальпа. Делать это надо минимум хотя бы 5 минут. И при этом вот постоянно просто вот двигать скальп. Он должен у вас прям вот прям ходить под вашими ручками. Прямо так вот весь ходить. В этом случае вы раскрыли все потоки. У вас хорошо будет идти артериальная кровь к вашим корням волос, к вашей коже головы. У вас будет здоровая кожа головы, но не это самое главное. Главное, что вы дадите столько много, расширите столько много ваших фолликул волос, вашу кожу, и вы дадите доступ к движению, хорошему протоку крови, естественно, кислорода, каких-то витаминов, которые вы употребляете, которые в крови. И таким образом укрепите ваши волосики. Но не только в этом задача, а в том, чтобы вот прям с лица прям убирать вот это вот все, что вот тут иногда у нас нависает. Вот это сильно-сильно помогает держать ваше лицо в форме и не сползать. Все. Спасибо за внимание. И это моя любимая пятница. Так, иду сейчас душ принимать.